Привет, подписатели! Сегодня мы играем в Грисмод, и сегодня у нас юзер Арбуз. Снимал я это на сервере Wazers RP, если что, IP будет в описании. Я вам гарантирую, что этот выпуск будет 100% урожайным на дебилов и придурков, а особенно малолетних придурков, которые вообще не знают никаких правил на сервере, на котором они играют. Давайте сделаем так. Я делаю вам контент, причем контент охеренный, а вы можете собрать, попробовать 3000 лайков. Даже не попробовать, а собрать, потому что у вас-то 100% получится. Никаких трендов и рекомендаций мне от этого не светит, но просто потому что цифра красивая и хочется ее увидеть на этом ролике. В общем, начинаем. О, они сейчас будут меня лицом к стене ставить, смотрите. Чел, лицо к стене быстро. Нет. Лицом к стене. Нет. Нахуй пошел, блядь. Ты при людях это делаешь. Охуевший? Эй. Окей. Сука, ну это ж типичное грисмодовское хуйло, которое даже правил игры за эту профессию не знает. Как минимум. Как минимум. Любой, кто играет за бандита, должен знать, что воровать или же там как-то грабить кого-то в людных местах нельзя. Ему же на это похер, он зашел сюда просто постреляться за бандита, думая то, что он реально знает правила игры. Но потом администратор и я ему обратно объяснят. Сейчас вызываем админа. Хуй путала, блядь. А, блин, имя палится, 100%. А, мы не читали бы в РФ, у нас там вкусно кормят и большие зарплаты. Я для начала хотел бы админа дождаться. Военный, это уже нужно? Смотри, проблема такая. Я иду в людном месте, начинает меня грабить поцик, лакост. Комендантский час, отключен. Лицом к стене, это ограбление, все такое, я говорю, нет, ты в людном месте это делаешь, он достает веревку, пытается меня связать, я его посылаю. То есть место хорошо просматриваемое. Вот тут он меня грабил. Вот, смотри, двери открыты были, вот здесь все было вот просматриваемо. Отсюда. То есть, ну блядь. Ну видно же то, что человека грабит. Я ему говорю, это людное место, отъебись от меня, он берет меня, расстреливает спокойно, абсолютно. Пацан, видимо, постреляться зашел на сервак. Привет, за что убил? Че за клон? В смысле? Ну в прямом ты меня убил. Когда это было разве? Чувак, ты вроде бы как свидетель был. Какой нахуй свидетель? Ты меня ограбить пытался в людном месте. Ну. И что, блядь, что? Ну, ты меня ограбить пытался в людном месте, теперь уже свидетель, что ты переобуваешься. Каких нафиг? Каком нафиг людям месте? Это переулок был сейчас. Никакой нахуй это не переулок, это просто вход в переулок был формально. Просматриваемый. И чё? Так чел. Смотри, ты где грабил, смотри. Переулок был. Смотри, вот здесь ты грабил, и куда физганом тыкаю. Так, и теперь считаем места, Алис, откуда просматривают. Выход откуда, задний откуда? С отеля раз. Вот оттуда выход два. Там не было никого. С крыши три. Я бы тебя не грабил, в том переулке 4. Отсюда 5, и это очень большое место. С этой крыши 6, смотри. С этой крыши 7. Во-первых, я могу кучу мест сейчас во-первых перечислить, и ты охереешь. Плюс ко всему, там был человек. Да ладно. Помимо тебя и твоего друга. Там я, их, я, всех свидетелей сейчас убил. Так, свидетелей чего? Ты даже не ограбил. Ты просто начал в людном месте людей бахать просто так, по сути. Так я же с оружием стоял, правильно? Тебе админ говорит, ты грабил в людном месте, получай пизды. Давай, ну, пизды скорее, я пойду дальше играть. В каком нафиг людном месте? А тогда перечисли мне безлюдное место. Пацан, всё, довыебывался, отъебись от меня. Ты мне безлюдные места покажи. Безлюдные места мне покажи. Типичное просто хуйло грисмодовское, которое думает то, что ему тут все должны. Перечисли мне места, я вот их, видимо, сам не знаю, но перечисли ты мне их. Я тебе не администратор, чтобы перечислять места и правила. Придурок, если ты смотришь это видео, ты как минимум должен это сам все узнавать и читать перед заходом на сервак. Ну или когда ты зашел, открыл правила, сидишь, читаешь, потом играешь.
чтобы потом не было таких претензий, чтобы тебе какой-то игрок должен был что-то перечислять. Он тебе ни хера не должен. Это, кстати, на заметку всем остальным ребятам, у которых какие-то там будут разборки с админом, и вас будут так просить, там, перечисли мне то, перечисли это. У того, кто так просит, есть правило для этого. Пусть он заходит и читает. Шлите их нахер, абсолютно уверенно в этом. Я тебе что, я тебе учитель, что ли? Я зашел сюда не кота имбецила, блядь, учить. А через имбецила поясни, чел. Я тебе сказал как-нибудь. А ты кто такой? Ты кто такой, чтоб тебе пояснить? Ты никто, ты, блядь, обычный игрок. Человек. Ну вот и все, нахуй мне ничего. Ну как бы да. Ты никто. А ты значит, никто. Ты тоже имбецил, получается. Хорошо, окей, все. Тогда сиди в джайле все равно. Ты ж нарушил, да. А не я. Мне похер, я могу чувак, быть кем объясни угодно. Объясни мне безлюдные места. Я не буду тебе ничего объяснять, я тебе не учитель какой-то, не друг. Я, блядь, обычный игрок, так который зашел поиграть. Ты мне игровой процесс портишь, ты за это получаешь наказание, я иду играть дальше. Сиди в джайле, все. Смотри. Ты мне объяснил людные места, теперь безлюдные места еще. Я его не слушаю, ебанутый. Я не буду тебе объяснять никаких мест, ни людных, ни безлюдных. Да зачем ты мне тогда объяснял? Пацан, ты играешь за мафию? Смотри, ты играешь за мафию. Ты за мафию играешь, да? Стой, подожди, админ. Ты играешь за мафию, да? И чё? Ну как и чё? Ты же должен знать правила игры за мафию. Ты их, видимо, не знаешь. Нахер ты берешь профуку, за которую не знаешь. Ну как бы смотри. Не я перебивай. Знаю, что в не перебивай, не перебивай. Грабить, если что. Не перебивай. Смотри, ты играешь за мафию. Ты ну, максимум, что видимо. Не перебивай, ты офигел. Я вроде нормально. Я как бы имею право ответить, если что. Ты имеешь право такого. Сейчас замолчать. Вот, но остальное ты прав не имеешь. Ты никто. Я тебе говорю, я что в людных местах. Я такой же юзер, как и ты. Я тебе говорю, я зашел поиграть на сервер. Вот что ты делаешь? Я не буду тебе ничего показывать. Я зашел сюда. Так это же не людные места показал, правильно? Я тебе показал места, с которых эта позиция для ограбления просматривается, чтобы доказать, что это место людное, на котором грабить допустим, и криминалить это людное место, вообще. Допустим. Смотри, ты можешь не отбивать, а? Допустим, ты показал, где возможно, ну, типа, обзор на это ограбление. Как бы там никого не было, я все это заранее знал. Тебе показать места, где если невозможен не обзор на это ограбление. Знаю. Зайди за это здание, там ты не увидишь, никого. Как здесь да. Кого-то грабят. Но это не значит, что это место безлюдное. Даже если меня кто-то видел, я убил уже их. Да мне все равно, ты дэймишь. Тебе объяснили, то, что это людное место, ты берешь при свидетелях, валишь одного человека, потом берешь второго, валишь. И я не знаю, сколько ты еще перестрелял. Ну, мне на это все равно, я не видел? Буду тебе объяснять, допустим, какие места безлюдные. Я сюда поиграть пришел, а не ребятам каким-то объяснять, а какие что, места нет, людные, какие. Да ладно, ты мне объяснил сейчас. Иди нахуй, блядь. Вот. Челюсть дал. Что ты делаешь, блядь? Ты долбоёб. Что ты делаешь, блядь? Ты в людном месте какого хуя творишь? С админом я потом разобрался, так что забираю свои слова обратно. Ассасину на этом сервере можно делать и так. Ух ты. Ого. Что ты делаешь? Что ты делаешь, блядь? Что вы, блядь, делаете? Какие нахуй 20к? Серьезно? А, там пацан за администратора грабит и стреляет с пулемета. Ты сейчас серьезно грабишь? Пацан, тут админ с пулеметом сейчас залетел, меня начал стрелять. Ты сейчас серьезно? Какого хуя происходит вообще? Алло, пацан, ты сейчас понимаешь, что происходит? Я сейчас захожу к вам в открытый дом. Он, блядь, за админа кнопку нажимает. Он, сейчас, 5 сек, подожди. У вас за админа, во-первых, челик кнопки, блядь, бегает, нажимает, которые РП, по сути, считаются. У вас какого хуя, говорю, админ кнопки нажимает, алло, ты меня слышишь, нет? Я у тебя выбраться где и здесь кейпад, с помощью где которого здесь выбраться? Где тут у тебя кейпад? Где кейпад? Кейпад где? Вот кейпад. А, ты его то есть замаскировал, взял так, чтобы его не было видно, да? А это так можно что ли строить? Я
невидимые кейпады запрещено делать. Ну, его не видно нормальному человеку, он сюда не обратит даже внимания. Ну... Грабитель, блядь. Это ты ограничил. Слышь, у меня еще вопрос. У меня вопрос, почему администратор залетел с пулеметом ко мне и начал по мне стрелять, чуть не убил меня. Вейзер его снимал? Один раз, но потом оказывается... Я в лотерее выиграл! Вы чё? Его уже давно. Я в лотерее, что ли, выиграл? Нихера себе! Итак, ребята, сейчас будет одна из ключевых ситуаций, которая как раз даст название этому ролику, такое, которое вы сейчас видите. Очень умно сказал, берите на заметку, потому что я гений мысли. Так вот, мне снова встретились два придурка, уже не один, а их целых двое. То есть один мост на двоих, сами понимаете, то что, ну, они нормально не могут думать. Но несмотря на это, они берут криминальные профессии и думают то, что они знают все правила игры за криминальные профы, не читая их. Я не говорю то, что я мастер Dark RP, но я как минимум могу понять, что можно делать за криминал, а что нельзя, даже не читая правил. Ну, как минимум нельзя это делать при свидетелях криминалить. В принципе-то, это единственное, что нужно знать. Имеется в виду знать, не читая правила, а опираясь на свой предыдущий опыт игры на разных серваках. А остальное все-таки, ребят, всегда читайте правила. Это очень и очень важно, потому что они всегда различны на разных серверах. Ну вот так бывает, люди не руководствуются одним сводом правил. Что за хуйня? Здравствуйте. Здравствуйте. Стань, пожалуйста, лицом к стене, быстренько. Лицом к стене, стань. Лицом к стене. Серьезно, в подъезде это делаешь? Ну да, что? Безлюдно, нет. Понятно, ребят, блядь, держите в курсе, окей. А где ты хочешь, чтобы мне тебя? Давай, быстрее. Ну, как минимум, чтобы в квартиру куда завели, ты? Или же вообще здесь нахуй не грабили, ёбнутые. Сто. Ага, хорошо. Сука, два дауна, ёбаных. Вы ничего не видели, ребят. Понятно. Теперь берем, перематываем на несколько секунд назад момент, когда заходит сюда священник, и вы там увидите помимо священника еще другого человека. Но вы сейчас скажете то, что он с лысым же договорился и все нормально, значит никаких там особо свидетелей-то не осталось. Помимо этого лысого был еще один свидетель, там поцик в шапочке, в этом скине бандита. С ним он, во-первых, не договаривался, а во-вторых, он делает это в общественном месте, опять прям на входе, берет, стреляет по людям. Мало того, что грабить в общественных местах нельзя, но тем более стрелять и потом вот это вот оставлять свидетелей тоже нельзя. Он, знаете, сколько раз по-хорошему нарушил? Да хватит мне писать о том, то, что мне миллиарды с арбуза приходят, перестаньте. В общем, так делать нельзя. Что за уебища, блядь, здесь играют? Вообще я не понимаю. Во-первых, там был Громила, кажется, Рауни. Первый. Вот, затем был то ли хакер какой-то, да, Виктор Пир меня убил, если не ошибаюсь. Вот. Они меня начали в цементе, прям в коридоре, в подъезде грабить, что считается, наверное, людным местом. Там уже люди ходят, наверное, чтобы зайти в квартиру. Вот лестничный пролет, прям на нем начали меня почти что грабить. Потом меня они убили, и... В этот момент дверь открылась, там люди были. Цемент, да, мы там грабили. А че как по логам, я просто не помню про фу. А кого мы тебя грабить начали с чел? Ты пахни сюда, Рауди. Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Да, я знаю много мудаков. Но таких охуенно тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Джон? Нет, не знаю. Ни свидетелей, ни камеры, ничего не было. Мы могли спокойно грабить ни людей, вообще никого. Вы свидетели-то убийства были? Были. Где? Такого? Ну, который... Ну вы ж меня убили. Ну, мы тебя убили, а свидетелей нет. Свидетель-то был? Вы это сделали, по сути, в людном месте. Где? Вы меня убили, блядь, в людном месте. Алло, вы чё, крутишь? Там где? Вы ненормальные? Чё ты кричишь, блядь, как истеричка? Есть демка, есть, есть демка, есть у тебя демка. Демка есть. А ты доказать сможешь, что ты не виноват? Ну, ты покажи демку, если ты хочешь, нас, чтобы нас забанили. Окей, смотри, 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 5 сек, 5 сек. Какое чмо, вы просто послушайте, а у тебя демка, если он знает то, что он нарушил правила и не может в этом признаться. Такая гнида. И таких вот просто большинство на серверах, как на моих, так и на остальных, 90% игроков именно такие. Камера, что ты пиздишь, то, что камер не было? Чё ты пиздишь? А ее не было, там прикинь, они... А у тебя демка есть пришли? То, что там камер не было, а? А у тебя демка, что там было камер? Я не слышу эту истеричку, он орёт как ебанашка.
смотри, смотри. По денежным операциям ты можешь посмотреть. Они не передали ему даже денег, чтобы подкупить его. Это людное место уже 100%. И вот это вот, это начало, вход в это здание. Так сидите, сквозь текстуры пролез. Заткнись, заткнись, истеричка. Я тебя еле слышу, я тебя не слышу, истеричка. Кто не понял, он пытался вывести на оскорбление, во-первых, и во-вторых, он пытался этим сорвать разборки, а это очень и очень такой хороший признак того, что они уже знают, что они виноваты. Сука, два тупейших придурка, которые мне встречались в Dark RP, даже одиночные ребята, вот, которые были там конченые в видосе на Фьюжене и на прочих серваках, ну не сравнятся, это просто два охеренно тупых идиота. В общем, пошли мы в Дискорд. Вот прям с этого момента я тебя буду не перематывая ничего, не на паузу. Вот они зашли. Вот заходит он, тут что-то стоит, мнется, и раз, я за ним иду. И смотри. Стань, пожалуйста, лицом с ней, быстренько, быстренько, быстренько. Лицом с ней, стань. Вот, видишь, лицом с ней. Лестница на площадке. Да, в подъезде это делаете. Дальше, в подъезде, вот, смотри, ну, делаете, да, что происходит. Безлюдное место. Понятно, ребят. Вот я сейчас, как бы, отшиваю. Ну, как минимум, чтобы в квартиру завели, или же вообще здесь нахуй не грабили, ёбнуть. Вот, я дверь открыл. Вот там челик бежит, он это видит. Сука, два дауна, ёбаный. Я здесь валяюсь на входе. Вон там свидетель, смотри. Там 100% были свидетели. А подкупа не было ни единого. Да ничего, видишь, они убежали. Вот, смотри, 10 секунд назад. И анимации нет, ничего того, что он там, знаешь, когда ты передаешь деньги, анимация есть, как будто персонаж наклоняется и руки протягивает. Даже этого нету. Понятно. Сука, два уёбка, как я ненавижу таких, блядь. Ладно, я отрубаю сейчас от Дискорда. Выноси сам наказание. Так получается, у вас у обоих на РП вы открыли дверь, как только этот человек убил, там было два свидетеля, панки, видно. Ну, мы с ними договорились, ну ладно. Да. Так, вам обоим. Скер. Нет, слушай, по факту мы же договорились, Бог простил, там, священник. Ну да, он тебя убил, фактом, что давай. Да, да, блядь, договорились, сука, отмазывайся дальше. Да никто не договаривался, забей, никто не договаривался. А, все, угомонил, спасибо огромное. Пятерочку ему ставлю, пятерочку, красава. В общем, сегодня как-то так мы с вами понаказывали дебилов в Dark RP. Если что, играл на сервере Wazers RP, IP будет в описании. Заходим, играем, кого заинтересовал сервер. А также не забываем то, что у меня есть своя группа ВКонтакте, которая тоже находится в описании. Надеюсь, соберете за определенный срок 3000 лайков под этим видео, потому что очень хочется посмотреть на эту цифру вновь. Как я его разъебал вчера, рот выебал!